Так, номер. Немножко такой, да не немножко, ладно, прямо скажем, очень такой убитый и советский. Из света в номере есть только вот этот торшер. По идее, есть еще вот эти вот лампы, но эти лампы, блин, они не работают. Потрясающе, я считаю. Просто шик-блеск. Старое кресло, которое, я не знаю, старее, наверное, чем у меня у бабушки с дедушкой. Вот. Ну, есть телек. Интересно, кто его смотреть будет. Ладно. В общем, туалет. В туалете свет, зажигающийся 100-500 часов. Вот я его нажала, ждем, когда он загорится. Вот он решил загореться. Здесь есть одна розетка, которая работает только при условии включенного света. Если здесь свет не включен, то она не работает. Вот, полотенец дофига. Унитаз, чтобы ты просто я смыла один раз минут, не знаю, 15 назад. И вот он течет и течет. Здесь никаких бачков и так далее нет, потому что там система встроенная в стеночку смывашка. Вот такая вот. Вот, и вот оно течет и течет. Я не знаю, когда-нибудь остановится или нет. Ну, полотенец, слава богу, вдоволь. Вот здесь штучка есть. Шампунь, гель для душа. Скажу вам по секрету. Когда я начала мыться, там нету ни шампуня, ни геля для душа. Она пустая. Вот, оказалось, что эти штучки вот есть вот здесь вот. По одному разику, грубо говоря, на разик. Вот. Это я. Вот. Ну, как бы вся экскурсия закончилась. Соседка у меня ушла к подружкам в другой номер, а ключ у нас один на двоих, и унесла ключ с собой. Поэтому я не выхожу из номера пока что. А, Москва. Покажу сейчас всем Москву. Так, только я сейчас найду эту шторочку. Вот Москва. В Москве дождь. Идти не знаю, есть ли смысл куда-то. Да и как? Сказали, что можно потом будет получить второй ключ, но я не знаю, где мой паспорт, чтобы получить второй ключ. И вообще я не знаю, куда мне деваться и что мне вообще делать, учитывая, что у меня, в принципе, нет ключа. Вот.